Здравствуйте! Сегодня мы вручаем наш главный приз нашему победителю, который наконец-то у нас нашелся, приехал за автомобилем. И мы, конечно, очень рады, что награда нашла своего героя. И ключи у виновника. ПТС сейчас тоже он получит. И можно, в принципе, садиться за руль и съезжать с этого подиума. Да? Да. Права-то есть? Нет. С подиума съезжать? Да. Как ощущения? Не знаю. Очень странное ощущение. Пока не верится, да? Да, не верится. Ну, мы просто приехали в город, я не помню зачем. Ну, мне отец давно хотел купить цепочку с крестиком. Мы заехали, и он купил мне цепочку с крестиком и вытаскивал билет. Я даже, просто так вытаскивал. Просто, что я знал, что думал, что не выиграю. А как это так? Вы и чек, и купон сохранили, просто положили, забыли? Да, мы, кстати, очень долго искали, оказалось, в гараже, на полу. Сообщил, какой-то мужчина написал ВКонтакте. Мне написали, позвони по этому номеру, я приехал, выехал на связь и позвонил. Мне сказали приезжать. Вот я и приехал. Как ощущения, поверили сразу или нет? Нет, не сразу поверили. Пока не позвонил, никто не верил.